На конкурс. Дети читают стихи. Комар Вероника, 4 года. Город Санкт-Петербург. Эдуард Осадов. Звездный час. Как загадочные гномики. Чуб пробил полночи час. Все лесны на подоконнике. Дольше улицы у нас. Все личины и торжественно. Щуря мудрые рачки. И раскланявшись приветственно, приподняли колпачки. Попищали, как комарики. И конец, пора закрут. По волшебному фонарику из карманов достают. Прямо в душу направляется луч невидимый для глаз. Сновидение начинается, то, которое назначает человеку в этот час. У луча подтенки разные, светлый, темный, золотой. Сны веселые и страшные. Люди, видя в час ночной, переулок звезды грохнутся, звоном брызнувших монет в окна кинется рассвет. Убегает сон загадочный в реку, в облако, в траву, либо в мире самый радостный, самый песенный и сказочный сон, пришедший наяву.